второй части вашего спектра. Значит, это мы работу. Гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и Республики Донбасса, мы просто не можем. Но, тем не менее, переговоры идут, и они сейчас проходят в рамках в онлайн-формате. Надеюсь все-таки, что это приведет нас к какому-то позитивному результату.